Всем привет! Сегодня понедельник, 16 у нас сентября. Находимся мы в Северогорске. И у меня сегодня вечером почему-то не запустилась автономка. Не знаю, хочу залезть посмотреть. Вот городишко. Стоянка какая-то и кафе. Получается, заправка. Сейчас возьмем что-нибудь постелить. Что-то у меня здесь было. Сегодня я подзамерз. Здесь, кстати, холодно было. Ветер сильный был. Сегодня единственное с утра, я почему-то удивился, ветра не было, блин. Два дня здесь я колыхатился. Не знаю, что. Будем искать груз сегодня. Ой, блин, что же не работает? Вот так вот, новая автономка, блин, 2 года гарантии. Ха-ха. Попользовался 10 раз буквально, нах. Так, нам подальше, наверное, надо куда-нибудь ее затиснуть. Залезть посмотреть, что там, где хоть оно. Вот, блин. А, вот оно где. Вот оно где идет. Так, а что мы здесь можем сделать и как проверить? Солярка есть, там нет. Так, значит, идет она наверх. Давай, наверное, попробуем вот эту, чтобы открутить первую. Ой, не знаю, что тут с этими автономками. Течет, я думаю. Хотя, наверное, не должна пойти. Да что она не вылазит? Я что-то не понял, она где должна вылазить-то? Так, здесь трубка, здесь сальник. Так, они провод как пропустили, это, конечно, странно. Через трубку. Такое ощущение, что как будто там солярка есть, но. Опа, вот солярка. Так, чё, сейчас я попробую ее запустить, она должна попечь. Происходит. А что, она и не течет. А. Что, провода где-то, наверное. Опять.
что мотор не идет. Да, не крутится. Интересно, конечно, получается. Опа! Так, значит, что я это закручиваю? Дело не в этом. Дело не в этом. Так, дело было не в бобине. Значит, провод где-то перетерся, что ли, получается. Так. Что, в салоне надо искать? Пошли в салон. Опа. В салоне, значит. Так, а здесь что мы наталь, то и ничего не видно, блин. Это что ли провод? Папа, мама что-то здесь. Странно. Так, ладно, сейчас будем снимать тогда. Доставать штекер, что ли, получается. Солярку я добавил вчера, но она и была, в принципе-то. Так, ладненько. Всем привет. Короче, стоим мы в Северодвинске. Что, трогаем? Шалакуша какая-то, блин. Загрузка только там. Простоял 4 дня здесь. Вообще мертвый здесь город. И не советую сюда вообще ездить. Это пипец полный. 4 дня здесь протерсился. Это... уму непостижимый этот Северодвинск. Это вообще яма из ям. 4 машины со мной стояли на стоянке. Вот сейчас последняя уехала своим ходом, тоже пустая. Вот. Вчера лазил с этой автономкой, чинил ее. Моторчик там не работает, позвонил в Омск, где устанавливал ее. Сказали, как оттуда вырвешься, говорит, с этого города, где если будешь, скажем, по гарантии, говорит, тебе поменяет этот моторчик. Так, а у нас загрузка завтра в 10 на Краснодар. Вот. Это нам надо сейчас пройти 680 километров, чтобы завтра до 10 быть. А время у нас 4 часа по Москве. Так что потихонечку выдвигаем. Сейчас надо заправку газовую найти, наверное. Хотя, в принципе, я прошел всего 50 километров.
может, даже и не надо. Значит, поедем дальше, наверное. Газ здесь 24 рубля, но есть где и по 22. Попадалось мне здесь в городе. Вот. Так что здесь загрузочек у нас никаких нету. Потихонечку едем. Шалакуша. Название-то какое? Шалакуша. Какая-то деревушка. Вот. Здесь, кстати, ветра вообще очень сильно. Вон слева озеро какое-то. Ветра здесь очень сильно. Я, кстати, ночевал около торгового центра, около какого-то. Ой, меня вообще там сдувало. Вроде за зданием стоял. А бесполезно. Дождь идет 4 дня. Сейчас вот немножко перестал, но крапает все равно. Вот. Так что потихонечку надо выезжать отсюда. Красноярск, Архангельск, Архангельск сейчас будет, Красноярск, Архангельск. Приехал в субботу. Вообще жесть. Надо сбавить немножко, то здесь 50 камер. Нам штрафы сейчас не нужны. Городишко не особо так, не сказал бы, конечно, что прям так относительно небольшой, как я понял. Одни заводы, здесь подводные лодки делают.
тебе новая автономка. 10 раз попользовался. Вчера возились с мужичком там с одним. И так, и сяк. Бесполезно. Главный импульс идет на моторчик. То есть штекер выключаешь от моторчика. Показывает, что насос якобы не работает. То есть все подает. Почему не срабатывает он? Интересно, блин.